Сегодня, 13 сентября, свой юбилей отмечает талантливый певец и музыкант, народный артист России Александр Яковлевич Розенбаум. Доброе утро, Александр Яковлевич. Поздравляем вас. Спасибо, Светочка. Александр Яковлевич, вам сегодня исполняется 60 лет. Ну, вы такой, я смотрю, молодой, полный силы. А насколько вы себя ощущаете? По-разному. Бывает на 25, бывает на 83. А на 25 это когда? Когда с внуками в футбол гоняю, например. Кто кого? Они вас обыгрывают или вы их? Когда я им поддаюсь, то они меня. Вы им поддаетесь? Ну, как? Я же большой дядя, как можно с маленькими детьми и не поддаваться? А на 83? А на 83, когда думаю о судьбах разных, когда творчеством занимаюсь, тогда приходится перевоплощаться иногда и 83-летнего человека. А когда на сцену выходите с гитарой, видите полный зал? Приятно. Сколько вам лет в этот момент? 60. А вы поете на своем дне рождения? Вы знаете, у нас семья большая там семья получается. Я приглашаю только своих близких очень людей, их много. Поэтому поем все вместе. Кто что хочет, тот и делает. Кто хочет, тот поет, кто хочет, тот танцует. А помните свои дни рождения, когда вы еще жили в коммунальной квартире? Наверное, со всеми соседями собирались? Конечно, мама с папой накрывали стол, приходили соседи. Или стол даже ставили в общий коридор. Общий коридор, да, на весь коридор. В общем коридоре, и все выходили и гуляли, справляли, поздравляли. Так было не только с моим днем рождения, но день рождения всех проживающих в квартире так справлял. У вас была такая дружная коммунальная квартира? Да, я не могу пожаловаться на то, я ее с большой ностальгией вспоминаю. Александр Яковлевич, вот скажите, ваши песни знают и любят миллионы. Откуда берете тему, откуда... Да тема не из жизни, я ничего нового не придумываю. Они все же про нас. Любовь, ненависть, война, мир, храбрость, трусость, предательство, счастье, геройство. Ну, природа, любовь и так далее. Здорово. А подарите сейчас вы всем поклонникам вашего творчества песню. Какую-нибудь для настроения. Упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Черт с ним, с орденом на лацкан, мне б в конюшню вбиться. Или в стремнину голубую пенистой Катуни, вдаль далекую любую, чтоб не пелось в туне. Упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Я всю жизнь рад стараться возвращаться с битвы, чтоб открыли в сказку дети ключиками дверцы, чтоб у мамы на том свете не болело сердце, чтоб открыли в сказку дети ключиками дверцы, чтоб у мамы на том свете не болело сердце. Спасибо большое, Александр Яковлевич. Спасибо вам, Светочка, и вам, уважаемые телезрители, тоже большое спасибо, если не переключались. Наша программа подошла к своему завершению. Хочу еще раз поздравить Александра Яковлевича Розенбаума с днем рождения. А я желаю всем любви, вдохновения, и пусть день будет по-настоящему светлым. До встречи!